Чому ви вирішили на це місто приїхати покласти квіти? Ми бачимо, що в останнє час йдуть попытки замовчати День Победы, представити це вот как неким не праздником, а перенести празднование на 8 мая и вот неким днем примирения. На самом деле для нас это не всегда будет День Победы, 9 мая. И теперь у нас на политическом уровне принято решение восстанавливать, принять участие во всех восстановительных работах памятников, которые посвящены Дню Победы, 9 мая, Победы в Великой Отечественной войне. И всегда, где мы бываем, на знаковых местах, которые, в общем-то, ознаменуют нашу победу, мы всегда отдаем дань павшим. На этом месте, это место знаковое, вокруг Харькова, в боях за Харьков, погибло больше людей, чем в Сталинграде, за три битвы, которые были возле Харькова. Первый котел в 42-м году, в 43-м году, в начале года, в 43-м году, в августе, когда окончательно освободили Харьков. Поэтому, конечно, мы никому не дадим замолчать вот, нашу победу и будем всегда бороться за то, чтобы правда была. Какие, может быть, еще нагальные питания говорили с громадой населения? Мы договорились с местными руководителями поисковиков, что объединим усилия национальных масштабов, потому что у нас работает поисковый отряд под Киевом, который восстанавливает советских солдат, защищавших и освобождавших Киев. Сейчас очень приятно, что познакомились и обсудили совместную программу с харьковскими поисковиками. Вот это национальное движение по возвращению имен павших героев в Великой Отечественной войне, вот это как раз была тема нашего обсуждения.